Сегодня мы продолжаем путь новичка в танк-тастике, будем выгуливать свой челленджер. Чё-то народу совсем нету, я уже и не надеюсь апнуть хотя бы один левел. Так что, что будет, то будет. Появился один чувачок, похожий на каком-то Т-62, скорее всего. Либо на каком-нибудь китайце. Сейчас разберемся, попробуем его вынести. Он, кстати, по-моему, стоит. Пинг, попали, нет? Главное, сильно его не обижать, а то он расстроится и выйдет. Ну, пока вроде нормально. Не хочет нас стрелять. В боевом раскрасе. Замечательно. Вынесли. Ждем следующего пацана, потому что он, скорее всего, сейчас выйдет. Кстати, нанес почти что ничего. Да. Ладно, давайте еще один перерывчик ждем. Итак, просыпаемся. К нам зашел босяк. Скорее всего... Нет, смотрите, МБТ походу вылезла. Танчик довольно-таки крепкий. Вон он ползет. Так, Бартинка у нас. 97 БПС-ка. И 69 БС. Ну, то есть, сами видите, урончик такой соответствующий. Ай-яй-яй. А, подождите, а почему я подумал, что это этот МБТ-ха? Ну, по сути, это МБТ-ха. То, что вот этот Main Battle Tank, да? Только другая. Окей. Сейчас будем привыкать. Он-то, блин, он на челленджере первом. Баланс, короче. Все, ну, естественно, БПС-ки берем. Тут вопросов быть не может. Сейчас он опять хилочку возьмет. Сейчас будет боль страдания. Да. Но он, скорее всего, получше немного прокачанный, потому что мой челленджер еще только растет, да, так сказать. Но ничего, пострадаем хотя бы так, потому что я сейчас 10 минут просто ехал и спал. Так, парень, развернись. Стартует до хилочки, смотрите. Нет, блин, он сейчас возьмет ее, промахнулся как так. Она исчезла. Рандомно моей второй попытки мы его завалили. Сейчас будет сложнее, да, потому что он сейчас фуловый выйдет. Ну что, нормальный бой сейчас будет. Я уже в предвкушении. Так, давайте вот так вот заедем. Хотя босяк пошел охотиться, скорее всего, за мной. Ну, давай хилочку возьмем. Ну, возьмем же! Ну, не выживем, наверное. Но активно эти дымы пользуют. Блин, все. Да, молоток скрылся. Я последним выстрелом попал в косяк. То есть, молодец, классно играет чувак. Мне до такой техники еще далеко, да. Мне бы хотя бы дымом научиться пользоваться. Но пока не умеем, да. Ну ничего, сейчас если кто-то третий зайдет, уже будет гораздо веселее, потому что начнутся перекрестные эти бои, а не просто дуэльки раз на раз. Вот где он сейчас лазит. Так он вон, он справа лазит. Спасибо карте. Но он сейчас хилку опять возьмет. Надо будет пытаться ему башню выбить с пушкой. По-другому я не... Вон он встал. Меня ждешь, парень? Сотка. Сотка. Ха-ха-ха. А как так? Он коцанный был или что? Или у меня просто урончик получше вылетел? Ну, короче, в честной дуэли он даже первый начал стрелять. Забрали его. Ну да, такими темпами, конечно, против одного мы никогда в жизни левел не возьмем. Но хотя бы так повеселимся. Потому что танк-тастик это, блин, весело. Мне нужна хилка. Потому что я сейчас об любой столб убьюсь. Блин, еще стрельнул, спалился. Хилку есть, я вижу его. Вон он стоит, видели? За елочкой, вот, да, вот он меня тоже видит. Хорошо, блин. То есть тренируем внимательность. Тренируем внимательность, да, и учимся стрелять, блин. Вон он сзади стоит. И он меня тоже видит. Как ты поедешь, чувак? Ну, он поехал через... Он хилку караулит, но это нечестно. Видите? Хитрый парень. И сейчас он меня завалит, да. И хилочку возьмет еще одну. Ну, блин, хилки караулить, это зашквар. То есть сразу уважение теряется в глазах. Да, это такое пипец преимущество, когда он мне без хилки валит. А тут он еще и хилку берет. Вот, смотрите, опять встал в хилочке. Ха-ха-ха-ха! Жадность фраера сгубила, парень, да? Или все-таки взял он хилку? Да как так-то, блин? Сказал гоп, да. О, дерки зашел. Хорошо, сейчас будет веселье. Надо договориться с ним, вдруг друга не стрелять. Да, он сейчас первым делом мне всадит сразу же, да? Все, что есть. Здорово, нубы. Ну, здорово. Стрелять боятся. На имбе на своей вышел рандом ломать, да? За елкой спрятался, молодец.
Давай, умер. А чё я не стреляю-то? Почему я не стрелял? Ну все, я проиграл, блин. Задушил меня в ПВП. Я не знаю, почему я не стрелял. Я, наверное, стрелять не нажал или чем. Ну, короче, я опять в топе. Все как обычно, да. Слишком старый я для этого дерьма, как говорится. Ну, вот он сзади едет опять умирать. Здорово, мужик. Под хилой, под хилой, под хилой. Еще одну сейчас возьмем. Он сейчас все хилки соберет. Ладно, мы сейчас его здесь встретим. И там еще злой этот валит за мной. Ну да, конечно. Я ж праймари цель, чтобы в меня вдвоем стрелять. Поехал за мной туда. Да отстань ты от меня. Прячемся за забором. Да блин, это дичь какая-то, да, вообще. Ну ладно, сейчас надо разыграться, занять позицию, и все будет окей. Босяк рубит, короче, всех. 14 минут веселья, я еще на полчаса сюда сяду. Тут надо качаться, надо этот танк качать. Идти до второго челленджера, хотя, говорят, он не ок. Точнее, как, он не особо лучше первого. Как-то так, да? Ну, я не понимаю вообще. Но я промазал, конечно, в землю один раз попал. Так бы, может быть, и вынесся. Во, еще один, все, 4 человека уже хорошо. Уже настроение поднимается. Так, где там этот, ну, басран? Не ты. Ну, тебя тоже может пострелить. Еще зашел. Ну, конечно, ёпарасоте. Как так-то? Без этого никак. Угу. Окей, окей. 3-10. Ну, позорище же, да? Нормально. Вон еще леопардик зашел. Отлично. Леопарды? Ты, мой хороший леопард. Все с дымами, все крутые. Че, кого? Так, рвемся, короче, в бой. Я уже рандомный снаряд получил. Сейчас еще... Так, замечательно. Будем охотиться на легкие цели, потому что босика убить я не могу. Да, он, у него там тайная магия дымовая какая-то включается, и все. Дерки догнал меня. Откуда он вообще появился? 4-12, алло. Так, ползем, ползем, ползем. Ну, он фанится, хороший. Главное, не на... Главное, тут вообще имб нету. Ну, только так, этот леопардик хороший, но он на этих левелах уже это начинает, откровенно говоря, страдать. Так что все хорошо, это я просто ракальчик. Ракакальчик. Ну, блин, можно было бы взять, но, блин, прицельчик шалил немножко. Ну, и охотимся за дыркой. Он уехал уже, наверное. Это был мой килл, чувак. Ха-ха, гусениц повредил и сдох. Я вообще никого убить не могу. Нормально все. Трупачок здесь какой-то стоял, да. Так, вот. Вижу цель. Попадем, не попадем? Блин. Попали вроде бы. Ну да, ну да, пошел я нафиг. Да что такое-то, я вообще не понимаю. 4-14. У меня такое, блин, на типе не было ни разу. Какая-то дичь. Ну вот, какая-то дичь ползет. Давай. Блин, у меня БСы стоят. 54 урона сразу всадил. Уже, можно сказать, проиграл дуэльку. Давай свой дым включай. Включай дым свой. Без дым ты не можешь меня убить, да? Но он коцанный был, скорее всего, потому что мы один половинчатый урон нанесли, потом мы два раза еще так попали. Менеджмент киллов пошел, ура, 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 давай, 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 стелякаем, это я умею, давай быстрей, пока он там свою башню развернет. Сейчас заберем еще хилочку, давай, ползи, 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 динамики вообще нету. Босяк отомстил. Какой стиллер, я про просто, блин, ёпрсоте. О, еще здравствуй. Да поворачивайся ты. Ну все. Ну все, это смерть. Мне кто-то еще сбоку, что ли, стреляет, или что? Много урон залетает. Ну да ладненько. 7-16 уже не так страшно, да? Сейчас, если до 10 еще киллов добьем, уже будет прекрасно все. Вроде бы, да, все было... О, добили, отлично вообще просто. Вроде бы, да, все плохо, мы все умрем, жизнь говно, а потом делаешь 2 стила. И такой прям на позитиве весь. Все по кайфу. Врагов не видно, только... Вот, хорошая цель, давай, раз...
Бесочки, давай, полетели, заряжаем. Давай, замечательно, там еще сзади кто-то же стоит. Нет. Ну, засадили же, по-любому попали в него. Босяк, конечно, душит, 16 убийств, блин, просто жесть. И чувак тоже на этом, настилякал уже. Ну, что ты хочешь от меня? По-любому Саимом гоняешь, да, чувак? Да я тебя не перестреляю. Ха-ха-ха, застилякали меня. Приятно, пипец как, да. Ну, третье место, смотрите, просто вообще как короли уже себя чувствуем. Среди легких целей, которые, по сути, с двух ударов можно выносить. А если были бы эти фугасы, то с одного. Да ладно тебе, опять босяк меня, походу, запихал. Хотя нет, выстрелы часто, это, походу, леопард. И на развороте теоретически его можно будет забрать. Сейчас попробуем вот так вот, смотрите. Опа, здрасте. Раз. Два. Сейчас третий похоронный парень. Готов в ангар? Замечательно. Ну, ёпарас. Босяк, как всегда, блин. Откуда он вообще взялся? Из-под земли, наверное, стреляет. Или с навесу через забор. Так, 10-19. Окей. Вроде разыгрались. Вот еще парень какой-то. 104. Хорошо. Можно... О, пожар, ты весь горишь. Детка, пыш-пыш, давай, замечательно. Куда ползем? Туда ползем, на дым, там босяк надымил. Все выходят. Всем больно. Но я буду до конца. Ха-ха-ха, сейчас мы его вдвоем покучиваем, что, парень? Проблемы, еще хилочку взял, смотрите, какой коварный парень. Да, замечательно. Это кто, я не вижу. Ну да, блин. Ну вот сейчас я уже, да. Сейчас уже я. Дымы, это хорошо. Ну, короче, смотрите. Третье место. Даже если мы займем четвертое, то это будет нормально. Ну, блин, хилку забрал. Ну, что такое? Это мог бы и оставить. Да, босяк, ну ты что? Ну, что такое, а? Ну, вот как мне жить? Там вражина стоит. Вон, смотрите, какая вражина едет на меня, смотрит. Не сотри на меня! Нет, я... Нет! Нет! Ну и ладно, блин. Пипец. Зажали со всех сторон. Счет красивый. 12-21. Ждем 13-31 теперь. Давайте, поехали, делаем. Работаем, парни. Ну, блин, преобладают все-таки легкие цели. То, что и леопардик есть. И вон какой-то колесный чувачок. Да я задом тебя делаю. Спасибо, что пододвинул. Ну, вот так-то давай сдохнешь сейчас. Перевернешься и не встанешь. Да нормально, нормально. От души. Босяк, кстати, да, это. Пропал из виду. Только со спины убивает, а так мы в него уже 100 лет не стреляли. Ну давай, поворот. Блин, джойстик. Опять этот голубчик, смотрите, суицидник. 450 за одно убийство дают, надо нам 11 тысяч опыта за один левел, поэтому сколько, давайте переумножим, сколько раз надо его убить? Два раза убиваем, 1000 даю, да? Опа, ну, почти 1000, надо 11 тысяч, то есть надо 22 кило оформить. Рикошет. И у него рикошетик. Ну, я сдох, блин. Повезло и не повезло, да. Окей, окей. 13.23. Скоро сделаем 13.31. Не переживайте. Все будет четенько. Вот опять бешеный парень едет. Эх, ты не успел, блин. Давай здесь попробуем. Да ты что, ты пенсионер-то не стреляешь? Жму по 10 раз. Там не успел, тут не успел. Босяк вышел. Все, короче, мы сейчас на первом месте будем. Я реально жму на джойстик, ну, на стрельбу он не стреляет, я не знаю почему. Ну, ладно, разок не получилось. Второй разок. Третий, блин, разок. Паренек. Отлично, хорошо. Надо ники запоминать, значит, Блэк катается на этом, на леопарде. Мы вообще остались втроем и две легкие цели, то есть можно вообще не тупить. Тупо как по стоку гонять. Ой, сзади уже едет, я вижу. Че, попасть не можешь, парень? Не надо меня убивать, нет. Да, давай, 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 коцайся, коцайся. Нет. Нет. А я сейчас тебя убью. Нет.
Дай, фугасы нужны, фугасы, я не попадаю. Короче, леопард на первом месте, надо 3 килла сделать. Тогда придется делать 17-71, тогда счет, да? И все будет окей, вон он стоит. На тебе. На тебе. Хочу фугасы. Так, не понимаю, почему промахи идут. Идут промахи. Надо стоять на месте. Но я не люблю стоять на месте. О, застилякал. Еще потом мне говорит, что я стилер. Окей, окей. На тебе. Поджопник. Так, с разворота. Тут, смотрите, парень появился. И там парень. Перекрестный огонь. Да ёпарас это. Да как так-то? С двух выстрелов меня леопард выбивает. Или с трех. Это нечестно. Я его, главное, с трех бью. Какого-то... О, здравствуйте. Отлично. А какое? Давай еще раз. А ты что такой это бронированный? Это леопард. Ну ничего, сейчас все танки тоже перебалансят. Я буду, наверное, теперь каждый видос говорить. И будет веселее, да. Будут и леопарды бронированные всякие ездить. Ну типа, типа, да. Будет веселее. Вот опять урончики полетели. Погнали. Делать стилы. Ну что-то дырки играть не умеет. Не, на самом деле у него очень этот слабый танк. Очень быстро, очень дамажный, но очень слабый. Поэтому... Что он на последнем месте, это не значит, что он плохо играет. Танк просто такой. А вот что я на втором месте, вот это да. То, что танк у меня хороший. Это уже много о чем говорит. Ну, главный опыт идет. И фанчик присутствует, да. Потому что если бы мне не нравилась эта дичь, то я бы, конечно же, не играл в это, да. Как, допустим, какой-нибудь Блицевич. Когда вроде бы все четко, ты заходишь, посмотрел рекламу, откатил один бой, заходишь во второй и такой... Да, и выходишь. Тут-то такого нет. Это любовь, потому что, блин, любовь сливаться. 17-27, почти что, смотрите, еще чуть-чуть. Ну, этого мы не догоним, голубчика. Он прям киллы один за другим делает. Сейчас, короче, бой закончится. Я, наверное, пойду все-таки покричу в чатик, чтобы чуть-чуть побольше опыта шло. И прокатимся еще один бой. Тоже такой затяжной. Возможно, да, да, даже на этой же карте, наверное. То максимальный профит, ну, ну давай, спасибо, 184 опыта, вот таких вот 100 киллов, и мы в шоколаде. Он вообще бессмертный, да я говорю, вообще просто жесть. По три раза надо стрелять. Рейд босса закинули нам. Вон там они пинаются. Чук-чук-чук, максимальный зум. Давай, выезжай, я готов. Походу нет, не готов. Ну давай, давай. Да я не умею этим прицелом пользоваться. Вот это нормально, сразу же наводишь, сразу стреляешь. То там пока наведешься, сразу же чувствительность теряется. Так, парень, мы вроде это. Одна семья, да. Одна команда, не бей меня. Не убивай. Сейчас я тебя убью. А, все-таки предатель, да, оказывается. На тебе. Да я знаю твою тактику. В упор подъезжаешь, я в тебя попасть не могу. Раскусил уже. Сегуан Самураев всегда бессмертен, мой друг. Он считает, нас слышно. Нас заметили. Окей. Смешной парень. Да не, нормально играет. Леопард 1 это, конечно, немножечко имба, потому что скорострельность хорошая. Жизнь дофигища. Просто кто-то на имбе. Короче, я пока стоял, кто-то сдох. Да. Да не я, говорит. Да я понимаю, что ты на вата-танке. Ну, сейчас мы проиграем, походу. Да, потому что я растерялся. Уже минутку идет бой. Слишком мелко ИБ будет, то тип возьму. Окей, давай. Он вышел, блин, надо было его взять.
добить, оставил бы один килок. Короче, минуту уже просахатили, никого не убили, нам дали предыдущий бой 5000, не помню, сказал я или нет. То есть, теоретически, если мы чуть-чуть получше сыграем, то мы один левел накопим и возьмем что-нибудь вкусненькое, да. Так что давайте работаем, братья, как говорится. Ну, а кто это у нас такой красивенький тут, а? А? Да где ж он, а? Вот дымы, да, какие, блин, попасть не можешь в упор. Эх, ну ладно, нормально, не на корову играем, все нормально. Главное, опыт получать. Веном вообще, чувачок, новенький. Стилшот, давай, заряжай. Блин, вот что он думает? Я жму на экран, он думает. Но я неуязвим, конечно, был. Так, веном тяжелый, окей, я понял. Фига, он быстрый. 64-очка, давай. Фига, у тебя урон бешеный. Поверни свое дуло, еще рикошетнул. Ну, пипец, блин. Быстрый, очень быстрый, трубовый танк, все ясно. Да на ком ты зашел? Куда ты зашел вообще? Зачем? ТР-ку надо было брать. Хотя он сел на имбу, блин. Ну что это такое? Это говнарский поступок. Ну сейчас я возьму первое место на имбе, да? Ну что, скоро ее порежут. Куда стрелять, я не знаю, отражено, окей. О, теперь две имбы у нас в команде. Что, имбу взял, да? Видали, какой урон вылетает? Это нереально его сейчас будет убить на моем челленджере. И еще одна имба зашла. Хороший день. Но зато быстро катка закончится, не будем позориться. Окей. Какое было хорошее, великолепное настроение, а потом увидел двух говнарей против себя и все. Не, люди-то, наверное, не говнари, а вот танки говнарские вообще. Давай, раз. И веном вышел. А, наоборот зашел. Тоже, наверное, на имбу сел. Давай. На Леклерк, да, на какой-нибудь. Да, пипец, это нереально будет вообще. То есть просто против трех имбов стоять. Ну, веном апнул левел, пацан качается, пацан не унывает, да. Это хорошо. Я в каком-то, знаете, гачи-фильме снимаюсь. Все на таких крутых танках. Прям горю, да, прям плохие вещи говорю. Ну да, конечно. Ну да, конечно. Ну да, хилка меня спасла, причем я один выстрел не туда закинул. Не, я просто, мне бесит вот этот 82-й. Надо его, чтобы не то, чтобы порезали, чтобы его удалили нафиг. Да, это самый бесявый, наверное, танк. И он руинит весь танк-тастик, потому что дофига новичков. Либо на них катаются, на других кататься не умеют, либо об них сливаются и бросают танк-тастик. Ну просто максимально несбалансированный танк. Просто тупо имба. Хотя, смотрите, этот леопардик лютует, молодец. Я болею за леопард теперь, да. А вот это говнари, а дарки я из друзей удалю. Ха-ха-ха, шучу, конечно, нет. Все нормально, просто, ну, некрасиво. Не знаю, ну, замечательно. Вот это тоже было сейчас некрасиво с моей стороны, конечно же, да. Но режим такой, тут уже ничего не сделаешь. И сам такой, знаешь, едет на имбе. Челленджер же один тоже вроде имба. И ноет. Ничего, да не до кача доведем. Будет шикарно все, да? Оторвемся за всех. За нас, за вас, за Донбасс, как говорится, давай. Вот так-то, скилл не пропьешь, блин. В косячочек не попал, в дырки попал, отлично. Ну и сквозь эту штуку, да я там, блин, сквозь пиксель засунул. Сергей Ис, смотрите, зашел, тоже крутой чувак. С крутым званием. Молодец. Не на имбе, уже молодец. А ты бы лучше бы на своем колеснике катался, чувак. Фу-фу-фу, вообще. Так, ладно. Парень нас сейчас опять изнасилует. Замечательно. Мне понравилось. Веном, смотрите, на каком месте. Он вообще прям лютует, парень. Все, минус имба, смотрите, довели пацана, вышел, все, сейчас заживем. Душильщика нету. Хо-хо-хо, еще один паренек, да, замечательно. Ну, говорю, танк у него хороший. Давай, погнали. Я никогда в 80-ку попасть не могу в дуло. У меня патроны выше куда-то летят. Но он, видать, только начал свой путь. Потому что я живой, это много чего значит. А, нет. На один выстрел здоровье было. Но ничего, пацан, пусть деньги фармит. Лучше пусть он, чем Дерки на имбе, да. Болею все равно за Леопард первый. Потому что 82-й танк, это, ну, я уже говорил.
Так, окей. Плохой урон, давай получше сейчас выбьем. Не особо-то лучше. Ну, потому что броню чувак не качал. Ну, скоро это все исправится. И все будет шикарно. Все будут качать броню. Нет, по-любому найдутся люди, которые будут обходить эту вещь. Что-то качать, что-то не качать. Делать максимально профитный танк. Но, тем не менее, топов станет больше. Давай, ползи. Жалко, народу мало играет в танк Тастика. Опять Исяра вышел. Ой, не попал. А я-то попал. Может, убьем? Давай еще разок. Да, отлично, орудия повредили. Дополнительный урон и застелякали меня, блин. Да. Все, Дерки, короче, слился. Замечательно. Коронавирус. Коронавирус. И Веном. Ну, народ и есть, отлично. Пацан, короче, пока страдает. Я хочу сказать на ИСе. На 80-ке. Смотрите, второй рикошет подряд. Мне везет. Давайте приблизимся и посмотрим, как он сдохнет. Отлично. И чувствую имбу, да. На подходе. Так, есть. Опять он. Не везет, да. Нашли цели, глумимся. На самом деле нет, потому что Т-80 грозный противник. Просто ему надо немножечко подкачаться, да. Будет весело, если я запись не включил. Ну, в принципе, бои позорные. Фига ты жесткий парень. Так что не жалко. И вот теперь баланс какой, да, преобладает тяжелый. Танки промахнулся, у него по-любому один выстрел оставался. Ну, что такое? Играл бы, не выпендривался на этом, блин. На Аиме, и все бы нормально было. Конечно, он сейчас фулово уже стоит. Ничего, мы победим. Правда, на меня сушняк напал. Надо как-то в перерыве утолить его. Да. Так он едет, чувак. Ну, блин, хотя бы так. Он меня уже, скорее всего, ненавидит. Я уже чувствую, как у меня... Блин, там еще этот и этот. Еще и хилка. Но я тут труп, можно не сопротивляться, получать удовольствие. Так что не буду... Ух ты, блин, какая хилка. Надежда на мгновение меня осенила. Но потом покинула так же быстро, как залетел снаряд, да. Окей. Вон паренек. БСом в задок неправильно. Ну, что поделаешь, переставлялся бы, не успел бы, да. Еще 20 минут веселья есть, но, скорее всего, пацаны быстрее накиляются. Потому что движ уже начался. Ну, хоть раз-то я тебя убью, давай. Фонарь зрикошет, смотрите, не получилось. Давай. Вообще урона не проходит. Давай, отлично. И орудия повредили. По классике, короче, там. Вначале бы орудия повреждал ты, блин, чувак. И урон бы не получал. А то добивает пушкой. Ну, хоть, смотрите, мана небесная упала. Тоже неплохо. Забираем. Да, тебе 86. Цифры вообще после кораблей непривычные. Я прям думаю, что у меня что-то не получается. Что-то неправильно делаю. Давай, ползем. Немного разыгрались. Хотя, блин, я регулярно играю. Ну, что это такое? Вначале был какой-то бред вообще. 10-15 уже на меня похоже, да. Сейчас еще немного прокачаемся, и будет вообще шикардос. Фугасы бы сюда, блин. Да, раз, двигатель. Горишь? Нет, нет, не горишь. Давай. Отлично, теперь это. Коронавирус, 75. Так лучше будет, давай. Пацан опытный, замечательно. Я тоже опытный стиляк. Я, короче, в понижайку наиграл с такие приколюхи. Еду на танке, хочу включить пониженную, чтобы в горку залезть. Либо лебедочку заюзать. Ну, короче, жесть вообще, уже флешбеки такие. Лютый. Давай, я нам получай, не получил, ладно, пофиг. Короче, понижайка тоже тема, надо будет по нему видосик сделать. Либо просто как-нибудь покатать вместе. Расслабляется. Да, очень сильно. Атмосфера такая расслабляющая на ней. Спать, правда, охота периодически. Давай, разворачивайся. На тебе! 93, хороший урон. Ну, блин, о, рикошет повезло. Ну, сейчас я сдохну, конечно. Эх. Ну, прям, смотрите, мастерски. Одного завалил, второго. Крутой чувак. 27 против моих 12. Я его уже не догоню никогда в жизни, мне кажется. Но зато левел мы, скорее всего, получим. Я надеюсь. Так, парень ушел. Ну, имба еще и лагает, блин. Как в тебя попасть? Никак. Ответ никак.
Нифига он там лютует. Всех подряд убивает. О, давно не видели тебя, мужичок. Отлично, на ходу. Да ты лагаешь, чувак. Сделай себе интернет. Фиг попадешь. 13-17, в принципе, норм, да. Так, вот он. Спрятал. Фига маскировка, да? Ник бы, если бы я не видел, если бы не навелся случайно, то и не увидел бы я его. Веном 72. Давайте поменяем патрон. А что дерево упало, расскажите мне? Кто по дереву попал? Ёпарасы, ты сколько вас тут? Пушку хочу. Отлично. Фиг, я почти сдох. Хотя, блин, мы в него стреляли. То есть тоже такая довольно-таки имбовая вещь. Мы в него стреляли взад. Потом еще развернуться он успел. Мы в него стреляли. И потом вот он появился, сейчас сдохну, блин. 275 очков дали, нормально. За меня много дают. Не так, как за дерки, конечно же, но все же. 15-18, окей. Ну, вроде кого-то убиваем, вроде нормально все, да. Ползем дальше. И еще 17 минут висели, отлично. По-любому левел возьмем. Надо будет подумать, что купить. Ой, да давай ты проедешь, все нормально будет. Вон паренек стоит, и вон паренек стоит. Ну, этот аппетитней, конечно же. Давай. Не, ну, блин, дерки мне пукан поджег. Сел бы на нормальный танк какой-нибудь. Опять, блин, тяж. Давай, меняйся. Отлично. Доели, докушали. А, опять забрал коронавирус, блин. Уходи. И получается, все тэшки против нас, и один только этот. На имбе. Вот он. С огромным удовольствием в тебя стрельну, если мой танк начнет стрелять. Че он не стреляет-то, блин? Ни разу не стрельнул. Или стрельнул, но куда-то в жопу, блин. А не в жопу. А вариант был хороший его убить. Нажимаю, не стреляет. Камон. Кнопка нормально расположена. То есть прям чисто под палец. Типа во время... Хо-хо-хо-хо, это было четко. Давай еще этот сейчас. Да, нормально, даже переставляться можно было, не переставляться. Так, это кто, Роман? Нет, это Исяра. Сергей, ну пожалуйста, я френдли же, я ж тебя ни разу не убивал, да? Да нормально все, отлично. Я плохо понимаю, потом переведу, прочитаю, возможно, даже отвечу. Ой, здорово. Ой, хорошо, подзатыльники люблю ставить, давай. Еще давай. Заблокированной башни, как он четко разворачивается, да? Да ладно, мы... Вот, хорошо, повезло, давай. Да... Сколько ему надо стрельнуть, чтобы он... Я в него 500 раз попал. Он под хилкой был или что? Жескач, и башню выбили. Точнее, пушку. Жесть вообще. Ну, реально какой-то недокач. То, что урон не вылетает с БСов по ОТшке, это фантастика. Сначала этого, конечно. Спасаем. Ну и ладно, я думал, это Исяра, а это Алмазяра. Ну и ладно. Я сказал, что ну и ладно. Ну и ладно, что сказал, ну и ладно. Едем дальше. 14 минут. Дела подождут, как говорится, да. Ай-яй-яй-яй. Ну зато хилка есть, давайте возьмем. И хладнокровно, на развороте, поедем в другую сторону. Коронавирус, ёпарасоты. Кого-кого, а тебя я тут не ожидал. Я думал, какой-нибудь Роман. Давай еще. Отлично, уезжай, уезжай. У, ё-моё, веном, блин, веном. Еще одна имба зашла какая-то. Я не прочитаю, ладно. О, да как так-то, я в другую сторону совершенно стрелял. Ну пошли имбы, короче, опять, блин. Ладно, когда один он в руме, но когда два, это уже духота начинается. Это уже духота. Сергей Ис, кстати, не сдается. 6.17. То есть моя техника. Школа моя. По моим видосам, наверное, учится играть. Да, дерево. Такой большой танк, такое маленькое дерево, все равно в дерево попадаешь. Но это мастерство называется. Ну да, давай еще птуром меня закинь. Его перестрелять просто нереально. Его либо стилить у кого-то, либо из-под тишка три выстрела делать в начале.
пока он тебя не заметил. То, что он стреляет, потом мгновенно еще раз стреляет, и все. То есть танк чисто сбалансированный. Для тех просто скилл, да. Скиллом душит. Вот горит, да? Что-то горит-то начало, не знаю. Опять коронавирус. Ай, ладно тебе. Ой, ладно тебе. Еще забрал, но он коцанный был, конечно. Че, грех не забрать. И ви... А, нет, алмаз уже забрал. Нормально, нормально. 21 килл, блин, я походу возьму все-таки сегодня левел. Отлично, я рад. Найти бы только Венома. Ну, Серега. Здорово, Серега. Как я подвиж... Это... По подвижным целям сложно попадать? Вот это было неприятно. Я танканул, а ты его забрал, молодец. На! Не, он чисто, он на, такой лютый недокач сделал. Ну не может быть же в топе такой этот. Ну что с таким званием? Ну вот сколько в них надо раз правильным снарядом попасть без хилки, ну это жесть. А доел меня он все-таки, да. То есть такой довольно-таки имбовый танк. То есть чекайте, какие танки имбовые, юзайте их, да, и будете вообще прям впереди планеты всей по скиллу по своему. Пацаны-то, наверное, просто кайфуют. На всех танчиках. Как я на этом. Кораблях на кораблях. В принципе, пофиг, на чем играть. Главное, чтобы весело было. Отлично. С коронавирусом проще. Мы научились побеждать его, ага. Ну, этот парень, конечно, меня сейчас сольет. Я даже переставлять оружие не буду. Отдельную бы румку такую сделать под типов всяких челленджеров. Ну, и челленджеры туда тоже засунули, да, чтобы веселились. Вы меня поняли. Здорово, мужик. Ты меня убивал, я тебя хочу отомстить. Отлично, теперь этого можно? Ха-ха-ха, рикошетики. Шанс на рикошет, походу, один. Нет, у меня больше шанса. А ты-то кто, пол-пол? Я тебя даже не видел, блин. Венди еще кто-то зашел на колесники. Нормал. А, на леопарде, смотрите, парень. Ну, короче, снаряды теперь придется менять, о боже. Смотрите, ехал за хилкой, передумал, молодец. Решил мне этот подарить килл. Ну, блин. Да как так-то, блин? Я же его убивал. Ну, смотрите, мы раньше всех начали, дольше всех играем и больше всех киллов имеем. Ну, в смысле, в троечке находимся. Но это ненадолго, конечно. Имба, имба, убей, имбу. Раз. Я не вижу, кто это. Так на Абрамс что-то похоже. Или на меня. Давай, раз. Ну и все, сдам. Чего у него урон? Чё? Вот он как раз в это уже прокачанный Т-80. То есть разница, смотрите, 16-7, либо 7-26. Вот так вот, да. То есть прокачка решает. Имбовая прокачка, естественно. Так, паренек здесь стоит. Я тебя вижу. Ну ти, мину накакал кто-то. Обижал, обижал, старался. Ха-ха-ха-ха. Не, у коронавируса какие-то проблемы. Он вроде только появился, я его убил так быстро. Блин, я вообще его не видел. Чтоб ты на мину на эту заехал. Нет, она уже взорвалась. Окей. 25-33, в принципе, нормально, да. Все, я уже счастливый. Я уже потихонечку наигрываюсь. И просто уже сижу, кайфую, да. Я думал, будем в соло кататься весь этот час. Уже меня постигала такая мысль. Да, это Абрамс. Надо бы снаряды переключить. Ну ладно, уже не будем. И так справились. О, имба вышла. Переключаемся назад. Ну и чё? Хочешь меня убить? Может, ты с тем разберешься, пареньком? Ха, попал. На скидочку, отлично. Не попал. Да где вы все? Я не вижу никого. Венам 68. Так, походу, больше даже урон вылетает. То, что чувак броню не брал. Вот сзади. Ха, убили, наконец-то, первый раз в жизни его, походу, убили. Я счастлив, блин. Так, 3-4 килла у топа. То есть мы, по-любому, доиграем эту катку до конца таймера. Это здорово. Хотя народу все больше и больше. Вообще все больше и больше. Все присоединяются. Наконец-то разыгрались. Придут... О, Венди колесник. Замечательно. Когда такие колесники классные?
Давай, ты можешь. Давай еще разок. Ну, давай последний. Хотел застилить, блин, но патроны не менял. Да, замечательно, блин. Поменял бы патроны, быстрее бы убил. Так, давай этого стилякаем быстро. Отлично. А этого застилякаем. Еще чуть-чуть. Давай по картофельному, манси, манси. Да, замечательно вообще. Фу, ну жил до последнего, конечно, да. 31-35, уже до нуля почти достелили, замечательно. Как я рад. Серега, здорово, ты, я вот, ему я рад больше всего, да. Не попал, там сзади кто-то. Ну, может, убьем? Замечательно убили. Главное, что кого-то убили за свою жизнь короткую. Веном, смотрите, просто рвет всех. 35 киллов, у него 28 смертей. Молоток парень. Абьюзит, наверное, не самую честную сборку. Но законом не запрещено. Ха-ха, стилим как можем, да? Коронавирус. Ну, не застилили. О, зашли всякие азиатские ники, короче. А, он и был, он на Абрамсе был. Туплю, туплю. Давай, давай, давай. Убегает, значит, значит боится. Да, конечно, в этом... А, все, он, походу, сдох, да? Не стоит упарываться за одной целью. Лучше смотреть, кто ближе. Уехал да уехал. Потому что вот так вот бывает. То есть ты упарываешься в одну цель, сфокусирован, не замечаешь, что вокруг тебя происходит, и тебя просто рандомный чувак забирает. Такого не надо в этом режиме делать. Давай, Веном. Отлично. Настроение повысилось сразу же в разы. Слить Венома. Это кто, парень? Тут много народу, да? Короче, да, просто мясо начинается какое-то жесткое там. Да. Так, у первого места 40 киллов. То есть, в принципе, уже есть шанс, да? За 6 минут. Ну, в принципе, можно на десяточку заколотить. Даже получалось. Да, раз! Не получилось. Давайте этого попыта убьем. Да, еще разок. Задницы не крути, подожди. Я стреляю, подожди, не мешай. Дофига у тебя это жизнь. И тут какой-то чувак вылез, короче. И все мне испортил. А, он на типе, короче, катается на японском, походу, чувак. Я понял тебя, да. Предыдущий моему любимому танку, да. Давай. Бейте меня, я неуязвимый. Ну все, короче, пошли ракеты залетать в меня. Все, короче, все, что есть в мире, все залетает. Так, а, ну, третье место, пацаны. Я почти счастлив. Вот он, смотрите, какой-то японский леопард, короче. Нет? Я прав, нет? Не понимаю. Ну, походу, он. Окей. А вот оригинальный леопард. Подожди, Абрамс, не стреляй. Теперь можешь, давай. Эх. Вообще никого, по-моему, не убили. Уже третий раз сливаемся просто с нулем, да. Окей. Так, мы снова в игре. Меня немного отвлекли, и чувак меня сейчас убьет. Коронавирус? Ну что ж ты, блин. Я же в АФК был, ну ладно. Да. Ну, короче, примерно вот так вот и страдают все новички. Поэтому у нас и называется пульт новичка. Могло быть хуже. Могло быть, что там у нас? 17-71, да? Могло быть и такое. Давайте забор сломаем, потом колесника выцепим. А уже и не выцепим. Ну, Венома мы так не убьем. А может, убьем, в него стреляют. Орудия, блин, да фига. Что за фигня? Да еще и... Вот это жесть, вообще горит, конечно, да. То есть он бил меня, потом начал бить его, потом еще взял хилку, короче, потом его убил и меня убил. О! Нормал. Прогорает. Так, алмазик, ну это потом. Кого бить-то, блин? Венома давайте. В любой непонятной ситуации бей Венома. Вот имба стрит зашкирилась на заборе, ну тоже всех мочит. А, нет, Эзлик, это, по-моему, 72-очка, нет? Здорово, мужик. Вот я нажимаю на стрелять, он не стреляет. Хоть мы уже из неуязвимости вышли, и все равно, ну ничего, камон. Веном, здорово. Обозлился на меня, наверное. Ну, а я на тебя злюсь, и все, да. Короче, скинули нас с пьедестала. Теперь мы занимаем позорное 4-е место. Ну и ладно.
По работе и награда, как говорится, давай. Стреляй быстрее, мужик, давай. У меня не горит, я просто волнуюсь. Да, замечательно. Коронавирус я не заметил. Среди трупов спрятался. Давай, замечательно, давай тебя теперь. Серега, ну тебя-то мы убьем, нет? Нет, не убили, не успели. Время закончилось или что? Смотри, сколько за бой дали. 10 тысяч, 13 опыта. Это значит, что нам хватает на левел. И можно заканчивать сегодняшний день. Давайте посмотрим, что можно взять. И с чистой совестью заканчивать этот день. Давайте заходим в улучшение, посмотрим, что можно взять. Ну, вообще, мне хотелось бы ОФС-очки взять, потому что очень много легких целей. АБС-ки не справляется. Давайте это и сделаем, наверное, да. А потом уже будем разбираться. Окей, ОФС-ки взяли... Мишин, как говорится, Compilation, 42 ИБшки у нас осталось, а пока на этом все, всем спасибо за просмотр, всем пока, играйте в крутые игры, скоро продолжим, пока-пока.